Это Навун. Она была императорским стражем. Теперь возглавляет восстание против знати. На самом деле мы боремся с бессмертными прародителями знатных родов. Ведь знать обманули. Императрица дала им долгую жизнь и заставила пойти против нас. Эти рабы, калькеты, просто жертвы. Они выросли, веря, что служат бессмертным, что все предрешено. Но бессмертие — это ложь. Много кругов. Около сотни ваших лет. Знать заточила его людей в пещере. Они убили всех. По крайней мере, так мы думали. Я нашла Форда вдали от пещеры. Вылечила и помогла вернуться домой. Хотела бы я сейчас ему помочь. Да, он несколько раз возвращался и всегда помогал оружием и знаниями своего мира. Он сказал, что Америка много знает о восстаниях. Последний раз он приходил 20 кругов назад. Сказал, что останется, будет жить и сражаться вместе с нами. Я была рада. Но знать поймала его и забрала. Я была императорским стражем и вкусила плод жизни. Мне несколько сотен ваших лет. Хотя я ела плод очень давно, я все еще старею очень медленно. Это долгая история. Тебе долгие годы императрица контролирует знать с помощью Тейн, древа жизни. Плод Тейн дает бессмертие. Но что древо мертво, знают лишь приближенные императрицы. Знать догадывается об этом. Но пока они получают вожделенные плоды из запасов, они не задают лишних вопросов. Я знала это. Презирала это. Но продолжала служить. Что ж, ты понимаешь. Запасы сокращались. Знать жаловалась, а простые люди страдали. Я видела это. И ничего не сделала. Чтобы успокоить знать, императрица обвинила деревню Ксока в краже. Меня отправили казнить жителей. Они были невиновны. Семьи, дети. В тот день я ушла от императрицы. И с тех пор борюсь с ней. Удачи в поисках.
Боже правый.
Я не... Только пусть... Да-да, у нас... Thank you.
Thank you.
Там что-то есть. Думал, что снова увижу человека. Как тебе удалось пробраться в этот мир? Корневая мать. С чего ей посылать тебя за мной? Корень на атолле? Это блок 17. Но зачем тебе это? Черт. Костелап источник. Путь открыл спящий Харсгаарда. Труд всей моей жизни. Предупреждаю, это опасный путь. Но ты можешь. Ты можешь сделать то, чего не смог я. Чем могу помочь? Харсгаард. Безумец напрямую подключил спящего к корню. С этого все и началось. Никогда его не видел. Откуда? Корень шел отовсюду. Но если костелап — центр... Вот что. Я знаю, как попасть внутрь. В блоке 13 есть зеркало. Не в главных залах. Оно закрыто на нижних этажах. Оно действует как путь в другие блоки. Вот. Эта карта разблокирует компьютер, подключенный к зеркалу. Конечно, только не теряй времени. Корень не станет ждать. Черт его знает. Корень был здесь с самого начала. Если им повелевает дракон или кто-то еще, подготовься как следует. Не жди быстрой победы. Взгляни на меня. Разве я еще способен на это? Я хочу сражаться. Но годы уже не те. Вся надежда на тебя. Ответ был у меня прямо под носом. Как жаль, что я перестал его искать. Но даже достигнутое дорого мне стоило. Я отказался от всего. Всех, кого любил. С меня хватит. Нет, я не говорю, что не стоит пытаться. Особенно, когда уже нечего терять. Но сделай себе одолжение. Помни о том, через что пришлось пройти, чтобы добраться сюда. Корневая мать. Ты про нее? Стоп. Эвелин? Откуда ты знаешь ее имя? Неужели... Будь я проклят. Я думал, она пропала. Впрочем, так оно и есть. Корень убил ту Эвелин.
Но если она на свободе, я так хочу вернуться. Представляешь их лица? Что подумают люди? Что подумает Эллен? Спасибо тебе. Удачи тебе. Пригодится. И вновь дети ядра жаждут изменить неизбежное. Им неведома истина, тщетность действий.
Мы несем чистоту в хаос, ясность в беспорядок. Все будет поглощено. Это хорошо и правильно. Дети не понимают, думают, что их жизни чего-то стоят. Дети не правы. Мы несем чистоту в хаос, ясность в беспорядок. Мы несем мир, равенство, тишину. В наших руках все едины. Дети противятся неизбежному, сражаются в бою, в котором уже известен победитель. Их жалкое сопротивление уже не играет никакой роли. Сколько бы раз они не восстали, они проиграли. Мы поглотим. Проблема!